Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Короткое видео на тему бесплатных игр. Я думаю, все любят халяву, и даже если игра может и не зайдет. Но я сужу по своему мнению, давно беру в Epic Games игры на халяву. И бывает, когда совсем не во что порубать, качаю какую-нибудь из библиотеки, и помогает разбавить вечерок другой. Хотя изначально думал, даже и пробовать не буду. Ну, игра Grim не совсем для меня не интересна. Я люблю платформинги. Наверное, воспоминания с детства, игры на Денди, на Sega и так далее. Ну, то есть, я немало поиграл в платформинги, и для меня это кусочек ностальгии. Что же эта игра из себя представляет? Жанр платформера приключенческий — метроидвания. Игроку предстоит исследовать мир, созданный с идеальными пропорциями и анатомией. Во время прохождения игрок узнает историю мира, которую он исследует, и причину, по которой его называют точеным. Игрок формируется дыханием, которое истощает в процессе создания формы. В результате чего многие фигуры, головы, руки и так далее, разбросаны по миру, получаются незавершенными. Чего, блять? Немного запутано, да? С одной стороны, от того и интереснее будет исследовать мир и разбираться во всем самому. Но, тем не менее, игра получила свою оценку 81 балл из 100 на Metacritic. И от игровых журналистов тоже была оценка достаточно высокая. Каково мое мнение по данной игре после первых часов в ней? Понятное дело, в начале игры ничего не ясно. Ни по истории, ни по какая тут сложность. Хотя, понятное дело, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Ну, скажу так, первый босс дал мне знатного леща. Он не сложный, но я еще не привык к управлению и чутка давал дуба. Ну, то есть тупил. Дизайн игры или графика довольно-таки симпатичная, хотя я больше люблю рисованную тему в таких играх. То, что мне опять же напоминает детство. Да и даже пиксельная графика меня порой в такого плана играх умиляет. Боевая система простая, есть тут сильные атаки и слабые, есть прокачка, ну все как надо. Музыка не напрягающая, но создающая атмосферу. Я думаю, игрушка стоит того, чтобы ее хотя бы попробовать. Загадочная, полна тайн, и явно дальше будет полна букета приключений. Лично я думаю, позалипаю в эту игрушку. Ну а для вас пробубнил Игорь, он же сибирский медведь обыкновенный. Всем удачи и пока. Игра, кстати, будет до 13 числа в Эпике. Торопитесь, забирайте.